6.09. Че, первый карп в этом году? Насколько я знаю. Приятно, практически сам. Поучаствовал в его выуживании. Ну, осталось еще 3. И норма выполнена этого года. Всем спасибо. Да, нет, я не люблю фото. Я люблю деньги. Говорить, да, люди, собирайте деньги, я вам покажу, где все это находится. Пальцем покажу. Следующая щука на 10 килограмм. Всем привет. Вот и закончилась подводная охота в Эстонии. Наконец, спустя 6 лет взял одного карпика. Сейчас покажу. Такого. К сожалению, выстрел не заснял, стрелял издалека, пробил его еле-еле, там на самом конце висел. Слава богу, вот Андрюха был, помог добрать карпа. Если бы его рядом не было, наверное, бы, возможно, бы и не взял бы. Счастливо. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Вот это поворот!